all the naming is similar to the source of Quake 3. Oh yeah, the rockets. А меню никакого нет. Пока меня нет, ничего. Как у меня. Пол-то. Да, пофигите, раскидываются. Респаун. Как респаун? Респаун там был на какую-то кнопку, по-моему, респаун. Oh, I can't respawn. Ryzen. X-TRS. X-TRS. Я думал, понял, да, я типа смотрю такой наверх, типа лечу, нажимаю X, а он... В общем, ребят, кто... Блять. Что? Окей. Кто не в курсе, что происходит? Это сборка от одного из теперь уже наших... Кодеров? Я бы сказал, как коллег, да. Коллег, да. Товарищ Ризен, можно дать ссылку на его YouTube-канал, кстати, если кому интересно. Да, будет в описании. Hey, hi, would you like to give your build to test to some people if you like? What do you think? Or should we keep it like private for now? Ну слушай, у него та же самая проблема, что и у тебя. Том. Quake. У него есть Circle, у него есть вот этот вот момент с торможением, то есть он, моделька как будто немного подпрыгивает и потом останавливается, как бы. Вот. Так, если кому-то интересно, соответственно, сборка этого дела есть, можете потестить для того, чтобы получить какой-то фидбэк. Вот. Здесь физика чувствуется лучше, чем моя. Да, здесь физика на control. Quite better than mine. На control можно стрелять. Есть ракетница, есть... Естественно, бустов нету. Значит, дефраг не готов. Без бустов он не готов. Подойди к маленькому кубику. Oh yeah, the physics, cube physics. Oh, like a пни кубик. Yeah, like a doll physics, yeah. Ragdoll physics, yeah. I mean, yeah, it's so big. Feel really solid. It's good. Yeah, it's so nice. Кстати, вот это вот было бы прикольно в самом дефраге, типа, знаешь, это очень круто будет. Это можно прям изи реализовывать как угодно. Типа, внутри ты кубиков такой навтыкал и срезал там как-то. Не, это круто будет. В общем-то, вот это, ребята... Yeah, really nice. Yeah. Это, блин, я даже не знаю как. Это, ну, в общем, да, это будет... Это сборка, попытка реализовать, получается, в ЭКУ-3 физику. Это CPM физика. А, да? А почему я не буду заворачивать? Feels like CPM, right? I feel it just like CPM. О, Вики-фри. Вики-фри? Да. Это Вики-фри. Walking through the smoke. Так, а где у меня чё? Ну да. И, в общем-то, это более такой уже здравый вид. Понятно, что карта не наша. Можно попробовать оба, чтобы найти забраться. С помощью оба забраться на эти высокие штуки. С помощью оба? Ну там сзади эти высокие штуки, да, и на них можно забраться с помощью оба. Попробуй. О, кислый лоб! Рандомный лоб! Это был рандомный лоб! It's random lob! It's random OB! What the fuck? Where is OB detector? В общем, вы видели, да? То есть. Это уже наиболее приближенная версия. То есть, по сути, это достаточно большой скачок от того, что мы имели в первый раз, и от того, что. И, собственно, первый оп в DF2. First оп in DF2.0. It's history. В общем-то... Ну да, это чистое ВКУ-3 такое.
Это сделано напрямую из тех же сорсов, что делал Шериф, то, что ранее мы выпускали под R2.0. Но тут, видимо, более как-то обработано получается, да? Возможно, с масштабами лучше поработано, как вот мы и предполагали. Скорость 11 метров в секунду. Это просто человек-флэш. Я не знаю, чтобы так передвигаться. Но первый рандомный оп, ребята, это было просто чудес. Прыгни в угол, чтобы получить нулевую скорость. Ну, I know I'm the frog. What is saving? Окей. Но мне оперативы не хватает. Я чувствую, что меня поджирает оперативы прямо с этим дефрагом. And also I want to jump on my mouse too, please. Oh, it's not working. Maybe another. I mean, it's still quite temporary, but yeah, it feels way more solid than my build yet. Like say, like my build, Yeah, вот первый оп детектора, естественно, нету, но вот эта вот кривая геометрия, я сделал, я так понимаю, сделал yeah, geometry. специально. That's what I was saying, like curved and complicated geometry. Вот это то, о чем я говорил, это типа сложная геометрия. Вот такие штуки Да. очень круто работают. Вот. Но они совсем правильно работают, Запомните потому этот что клип. меня она не очень правильно работает. Либо она сделана просто, ну, не совсем правильно, эта геометрия, да, потому что, ну, либо я застрял вообще, либо что вообще, то ли меня подкидывает, то ли я скользю. Ну, вот это надо будет отрегулировать, как бы, эту тему. Потому что наверняка для масштабов модельки, и для... Я записываю вообще? Да, записываю. Для масштабов модели самой, для масштаба карты, это нужно будет совсем определиться, потому что, судя по Да. всему, это, ну, вопрос масштаба больше, потому что, типа, вот я упал, а не сошел ровно, да, по ней. Это тоже, ну, такое... Здесь я вообще это вот мы с тобой говно месили, звучит, да? В этой Да, Mudrunners, как это. Вот, то же самое тут происходит. Ну, да, здесь надо, ну вот да, будет тут, ну, я даже выпрыгнуть не могу отсюда. Стоя, там, попрыгал и Это просто загнался. настройка физики. Так, проверим на Skybox большой. Насколько я могу долго развивать скорость? 29, Да, это 30. самый резон. Халфбит присутствует. На ощупь я могу это делать. Вот, пошли проблемы. Чего такое? Ну, меньше. А, ну тут, слушай. Я могу. Тут очень, видимо, широкие в плане. Я Вот просто это я не представляю, сбрасываю. если что ты делаешь. I have no idea what he's doing. I'm not a I deep learner at all. cannot just explain it to Russian language, sorry. Ну, для своих, в общем-то. Тут, судя по всему, очень широкие зоны для набора скорости. Yeah, it's too long zones for my speed. It's not correct, I guess, because you can. Quite wide zones, acceleration zones. В общем, скажи им, что это не Ну, совсем скажи, что сказать. правильно, потому что на любой скорости мне одинаково легко набирать скорость, получается, просто мышку надо чуть дальше отводить. Ну, типа, на любой скорости мне одинаково легко набирать скорость. Такого, по идее, не должно быть. It's like not entirely accurate because he's getting acceleration on any kind of speed, which is not like exactly how it's supposed to work. I mean I don't know what's talking about an idea. Yeah. У меня оперативо прям подъедается, я чувствую. Но Circle Можно смотреть, что есть. по памяти, кстати, что по А, кстати, в этом прям. Circle jump, yeah. Да. Сейчас. Надо добавить хотя бы настройку сенсы, мне кажется, чтобы было оптимально для всех, потому что, я так понимаю, тут зависимость конкретно от винды идет. Добавим это все Ну, дело. надо, чтобы он добавил, Это да. мелочь. Так, память 4,5 из 8 жрется. Это нормально, да?
Ну, это еще тестовая же тоже в большей степени. Так, всем желающим, вы можете как бы... Можем скинуть вам демку, или можно просто как-то, не знаю, пригласить на сервер, там, в чатик, что как лучше сделать, чтобы потестить все это дело. Да, у нас появился канал по Дефрагу 2.0. Кому интересно, Да. везде ссылку я оставлю. В описании будет тоже ссылка на Ютубе. Здесь на Твиче тоже появится вскоре ссылка на это все дело в описании. Вии! It's my first world record in Defrag 2. Ценный слик. А и слик тоже он пока не реализовал, я понимаю. Флики, да, флики, это тоже потом все. Да, это такое. I think slicks and stuff like this can be done by just different tags on these surfaces. То есть слики и все остальное можно сделать типа, не знаю, Ну да. GDL карточка. Yeah. I'm throwing money at my monitor and nothing happens. Where can I buy this? Ой, я знаю, что лечу. Once again, you can check his YouTube channel. So, you like, basically, he's looking for some people to test his build. It's really nice. Я хочу накидать это карточку в монитор. В общем, ребята, это по ощущениям очень круто. Это, блин, учитывая как бы, что мы вот от этого пойдем, вот это все будет у нас на таком, на новом уровне, Ну, потому что... попинай еще коробку еще раз и покажи искривленную поверхность. Да. Вот я могу пинать коробку для роутов, для построения роутов, это будет очень круто. Типа нуб такой, ой, не могу rocket jump сделать. Подвинул коробку, ничего страшного. И вот кружочек подвинул. От кружочка вообще double jump сделал, короче, и улетел туда куда-нибудь. Это будет, да. Вот в натуре я себе увеличил просто, допустим, изначальную высоту, на которой я стою, делаю с ней rocket jump и Да. могу подлететь И гораздо то, выше. про то, что ты говорил про сложную геометрию, там, собственно говоря, как пример вот этой карты, Да, вот типа ну вот. тут это не совсем корректно работает, в принципе, ты и видно, что сделано не очень. Ну, типа, у меня уже глаз набит немножко на 3D. Новая карта Вага, допинать коробку до финиша. Да, кстати, тоже можно. А почему нет? Это можно будет сделать сервера специальные, допустим. Ну, как бы. Да, Так, да, да. типа, вот такой-то режим у нас есть. Это очень много возможностей, в общем-то, открывается, и все это будет, я надеюсь, Ты реализовано. можешь, в принципе, коротенько показать, что я там допилил, если что, ну, как бы, так, чисто для протокола. Ну да, сейчас. Если багу взять руки в таком маппинге, будет мясо. Да, будет очень круто. По матч спид. А, я знаю, как проверить скорость полета ракеты. Нет, не знаю, подожди. А я всегда буду падать вниз, да, бесконечно долго. Бесконечность это ужасно долго, особенно ближе к концу. Окей. А, я же могу словить оп, получить сразу скорость, да. Вот отсюда, Нет, это не вой шерифа. да? я чувствую, что у меня не хватает оперативы. Да. Вот есть, оп, пожалуйста, типа я... Нет, я сейчас не словил, я лол. Ну, оба я там показывал, и вертикальный у меня получился, и горизонтальный. Собственно, все очень круто. Кто хочет, может это все потестить. Я так понимаю, тут разные высоты. Про обуй точно я слышал. Wow, did you record the sounds? Nice. Oh, really? What? Первый непойманный опыт в истории. Историческая фигня происходит. Про обы, то, что я вычитал из нашей читалки в канале Дискорда, он сделал просто возможность. Да, это тестирование. Он сделал возможность ловить обы, не знаю, как он это в коде реализовал, но второй кодер у нас говорит, что коллега
второй коллега, я не буду говорить кодер, я буду коллега говорить, так как-то приятнее. Второй коллега говорит, что реализовать любую фичу из дефрага это не трудно, по идее. Трудно ее, типа, я так понимаю, оптимизировать под это дело все. Сделать правильно, чтобы он работал так, как сказать. Да, так, да. Как работает в исходниках. И вот он на данный момент он сделал просто возможность ловить обы с определенных высот. Допустим, 22, там 24, 26, 28. Тут. А второй коллега говорит, что типа это не совсем правильно, это должно работать более как-то типа рандомно. Ну, то есть это должно быть более опционально для. Ну, как в дефраге, там по долям, по тысячным долям находятся высоты. То есть это должно работать так, а не вот по целым, типа 22, 24 и так далее. Ну, в общем, кому интересно, еще раз говорю. Еще раз говорю, кому интересно, все могут посетить наш Дискорд-канал, в котором есть вот это вот наш текстовик, в котором мы это все обсуждаем, в котором это все наши коллеги обсуждают и так далее. Там между собой там тоже можно активно пообщаться. Постоянно буду я там выкладывать, и шериф тоже может будет, ну, если как там по времени. Ну, в основном апдейты я думаю, все буду, это дело, да. Да-да-да. Постоянно я буду следить и выкладывать апдейты. Каждый это может потестировать, и каждый сможет оставить фидбэк. И фидбэк на данный момент будет самое важное, потому что... Вот я вот сейчас побегал, я ничего особо такого, как бы, ну, негативного не видел. Единственное, Circle не очень. И то, что меня... О, ским. Ским, первый ским в истории. Это был ским лол. И то, что... Кстати, каждый может, например, взять проект из Unity, накидать там коробок, сделать целую карту спинания коробок. Да. Изи. Еще момент в том, вот конкретно для дефрагеров, поясню, что здесь очень широкие зоны для разгона. Это, скорее всего, с масштабом все-таки игрока и карты связано. Ну, не карта, а игрока конкретно. Это связано, скорее всего, с масштабом игрока. Я как-то даже логично могу, в принципе, эту связь протянуть между набором. Ну да. В общем-то, по ощущениям, вот я вот сейчас должен был бы уже терять скорость дефраги, но я этого не делаю, так что... Ощущается как 2-0, да? Да, ощущается как 2-0. Так, отсюда он что сделал? Даблджамп? Даблджампа, по-моему, нет. Тут очень жесткий рампинг, то есть вот... Слишком жесткий рампинг, поправка. То есть на лесенку я могу просто зайти... Раз так. Но с прыжка этот рампинг не работает. То есть, походу, этот рампинг работает только с места. И, возможно, исключая остальные объекты, потому что вот на эту, допустим, лесенку я не могу зайти, да? А на эти лесенки, которые выше меня, я могу зайти. Там могут быть специальные таги под это дело тоже. Да-да-да. Ну... Лестница в Dev 2.0. Say work because of Unity... Oh, Unity back. I made no corpus. Все окей. Окей. Ну, как бы, да. Thank you, public, Грегер. Я заскимил потолок. Именно минус лестницы в ДФ. Да, все мечтали, все получат. В общем-то, вот, я не думаю, что стоит лишнего еще тут что-то месить. Будем такие короткие видео по апдейтам, по некоторым, я думаю. Выкатывать все, в принципе. Ссылочку на сервер пригласить, ну скинь в чат. Да. Ну, я закончу сейчас запись и скину, да. В общем-то, будет на сервер. Будет ссылка в описании на Ютубе. Она появится чуть позже после видео, потому что я вначале залью видео. Скорее всего, завтра появится уже ссылка. Ну, для тех, кто смотрит завтра, это уже не так важно. Твиче сейчас всем я выкину. В Твиче описание Твича я завтра буду редактировать и завтра его прямо весь переобработаю, чтобы было более понятно визуально и более ориентированно, что ли, потому что сейчас у меня там все в куче, ничего не понятно, куда что тыкать. В общем-то, а он из Испании, да? Или из Португалии? Не знаю. Вот. Hey, Reason, where are you from? Yeah, where are you from? We need it for history. Maybe you can
Invite me when you will record a new voice for any models. I won't try it too. Ireland! Oh, nice. Ireland? Woo! Мамилюк! Мамилюк же тоже из Ирландии. Hey, he's two from Ireland. Three people from Ireland in chat. Yeah, it's so nice. Give me your best. Jump zone. I can give you some more different sounds from me. В общем-то, окей, все. Кто попрыгает по падам, записывайте демки, выкладывайте, посмотрим, кто быстрее. Таймера пока нету, поэтому будем мерить на глаз. На глаз прошел я быстрее всех, поэтому все. В общем-то, все. Я не знаю, как тут выйти. Эскейп не работает. Эскейп не работает, поэтому я не знаю, как выйти. Я, наверное, закрою просто диспетчером. В общем-то, все, ребят. Alt-F4 можно, да? Да. И это, на Unity то, что-то я там купал, тоже покажи. А, да-да-да. Про Unity у шерифа. Так. Я параллельно просто сверял те же исходники с исходными VQ3 кваксками. Вот. И, в принципе, как бы практически все я совместил, как бы как исходный код. Там частично только это все дело не работает. Это нужно для того, чтобы... Ну, как бы две причины. Во-первых, если мы захотим какую-то фичу взять из кваки, то у нас все названия, все функции, все-все-все будет как в оригинале. Во-вторых, если, например, вдруг тот чувак, которого исходники мы взяли, скажет, типа, ой, типа, мы, я все вам запрещаю, там, или что-нибудь что в этом духе, то в данном случае у нас будет хотя бы тоже какой-то запасной вариант готовый в этом плане, чтобы просто перенести туда значение и все это. В общем, как-то так. Вот. Вот здесь по билду, то, что я заметил, в принципе, физика, ну, шериф работал только по поводу физики, ничего в карте там и так далее он не менял. По физике стало намного проще, что ли, намного все адекватнее. Как это называется? Инверт джампинг в VQ3 вообще работает прям вот. Я бы сказал, идеально, по сути. Ну, практически, да? Точно так же, как в дефраге. А вот то, что относит, когда я VA, там, VD, прямо относит сильно в сторону, это, скорее всего, тоже, возможно, зависит от масштабов. И у Reason это тоже есть. Но у Reason это в меньшей степени как-то выражено. Каждый прыжок дает тоже слишком много скорости. И тут как будто бы дает скорость именно сам факт прыжка. А не... То есть я не набираю скорость в воздухе, я набираю только во время прыжка. Это тоже не совсем правильно, я не знаю, это в коде или... Надо смотреть, сверять дальше, потому что, в принципе, я вроде как совместил все с VQ3, как это должно быть, но я еще не... Я не настолько в этом шарю, просто тупо правильно переименовывал исходники. Ну вот, да, то есть кому интересно, тоже можете побегать, все это сравнить. Я думаю, что Reason'а я выложу просто как 2.0.3 альфа, да, просто пронумеруем дальше, что это следующий шаг, или как. Но у шерифа зато, по-моему, более ровно работает сброс скорости в плане джампинга, допустим. Если у Reason'а очень широкие зоны, то здесь они более узкие. И скорость можно терять более адекватно, чем у Reason'а. Но это такое наблюдение. Надо будет что-то с этим потом делать совсем, так или иначе, придумать, как это должно быть. Ну да, да. Но это все равно, я думаю, мы еще не раз вообще все соберемся, скорее всего. Будем собираться. Вот. В общем-то, на вот этот вот апдейт у шерифа я уже скинул в Дискорде. На Reason'а я его спрошу потом лично. Как, вообще как, мы как можем... Его, типа отдельно, нет, отдельно. Можем сделать такую штуку, что типа сделать, допустим, выбор, обе физики туда запихнуть, сборку, сделать выбор там между моим вариантом и вариантом Reason'а, чтобы можно было прям посравнивать это все дело. Это... А, ну, легко. Кстати, либо так, да, и просто под... Да. Просто... Мы можем сделать переключение VQ3 и CPM в реал-тайме, прям у тебя будет зона на карте VQ3, зона CPM. Да-да-да. Да, ребята, это Data 2.0. В общем, да. В смысле, приглашаю разрабов, я разраб.
Че я тут тусуюсь Так, все это я время? что-то хотел сказать. А, Дай ну зайду. да, то есть все будет в одном, скорее всего, мне кажется, это будет намного удобнее. И тем более, чтобы не разводить несколько тысяч версий в том смысле, что типа вот версия шерифа, вот версия Ризена. Просто я, ну я надеюсь, что усилия вот эти все объединим и уже дальше продолжим нумеровать под одним и тем же тегом, так скажем, DF, там 2.0.3, 2.0.5 и так далее. А что сообщение удалено? Сообщение удалено у меня. Ну ты потому что в рулетку сыграл или отдых написал? А, рулетку. Вот, значит, застрелился. О, Сорян. черт. Ох, черт. В общем-то, вот. Что-то сегодня всем везет отзывай. Ссылки все будут в описании. Заходите, качайте, заходите на канал Дискорда. И, собственно, все это будет... I think it's so good. Oh, Reason. song. Как там? Awesome. Как там песня-то? Вау! Ту-ду-ту-ту-ду-ду-ду. Как она? I feel it good now. Или как-то. Я не буду включать ее, Я не потому знаю, как что... эта песня, ты Нет, говоришь. окей, ладно. В общем, я не буду ее включать, потому что YouTube забанит. Короче, все. Ссылку на дискордовский сервер скинь в Да, чат. я скину. Все, ссылки везде будут. Не теряйтесь, заходите, подключайтесь к процессу. Нам очень важен Да. ваш фидбэк. Пишите все в комментариях, все, что думаете, мы постоянно читаем, мониторим и отвечаем. Так что все. Всем удачи, всем спасибо. Да, всем пока. С вами был Шериф и бесполезный Вуди в этом процессе. Ну, ничего страшного. Это временно. Все. Всем пока.